Так, здравствуйте, уважаемые подписчики. Тут, короче, машинка номер один и вторая стирает мои вещи. И, короче, не подтягивает. Самое прикольное, что вот, прикиньте, это вот такая система установлена, что надо платить, короче, за стирку. Можно даже купюру вносить. И здесь, короче, терминал. Бесконтактная оплата. Ну вот, представьте, что вот. Интересное творится. Ну, короче, приехал в Подмосковье. Ну, на одной вахте мне отказали, но, короче, предложили на другой. Снова там мусора какие-то там напряглись, и, короче говоря, пришлось приехать сюда. Вот такие вот вещи. Стирка обходится 200 рублей.